тяжело. Тяжело где? В чем? Первое движение, да. Ты когда держишь, вся поясница нормально чувствует? Да. Ноги работают хорошо, на задницу нагрузка тоже идет, но она пока несколько у нас иная. Но пускай и будет иная, чтобы не было полного привыкания. О, лучше. Попа будет дальше расти. Она будет расти, но это будет медленно. То есть, знаешь, ну это может быть там 1.5–2 сантиметра в год. Но если мы с тобой сейчас уберем стали 7–8 сантиметров и сохраним ту задницу, которая уже есть, должно получиться, все будет очень хорошо. Посоветовать хондропротектора, не знаю. Мне раньше нравился релиф от MHP, но, соответственно, я не знаю, есть он сейчас или нет. Саня, Тарина, Чабиной, спасибо. Ну что поделать, что интернет плохой. Тут я уже не смогу ничего сделать. Так что, простите. Просто первое движение нужно делать максимально резко. У нас же уже получалось. А для этого помним, что у нас плечи вывернуты вперед. И все закручиваем для того, чтобы работа локтями шла именно вперед. Ну, может. Ну, когда что-либо болит, тут либо сауна, либо хорошая аэробика. Будете через полчаса в зале, можно ли сфотографироваться, можно. Какую слушаю музыку? Не знаю, ту, которую обычно ставят. Сам же во время тренировки жду что-то пожестче, типа рока. Верю ли я в реинкарнацию? Да. То, что мы живем не один раз, я верю точно. Ну что, повторяем? Зал спортивный клуб армии, Дивинская 4, Петроградский район. На самом деле мы не занимаемся тяжелой атлетикой, это не в моей епархии. Мы просто разноображиваем нашу тренировку, чтобы сделать ее гораздо более многогранной. Должны ли болеть мышцы после тренировки? Некоторые говорят, что у них не болят. Но на самом деле практически всегда, так или иначе, после хорошей тренировки они болят. Можно ли с Аней пойти в кино? Не знаю, спросите Ваню. Что за зал? Спортивный клуб армии. Одесса, спасибо за огромный респект. Я уже отвечал на вопрос, что делать, если болят. Либо сауна, либо хорошая аэробика. Аэробика выгоняет всю молочку. Спиночку держим, она тоже работает хорошо. Какой оператор связи у меня? Билайн. Что за зал? Спортивный клуб армии. Можно поменять ракурс? На какой вы хотите поменять ракурс? Когда в Одессе, не знаю. Кем хочу быть в следующей жизни? Я еще этот жизненный путь не закончил. Я об этом подумаю несколько позже, лет через 70. Спасибо. Аня, привет от команды ПГУПС. Передай, пожалуйста. Передал. Слишком часто делаете, раз не болят. Ну да, не знаю. На самом деле у меня они тренируются каждый день, и не болят все точки, которые мы качаем каждый день. Когда я тренирую, я отношусь к своим подопечным ровно так, как я отношусь к любой профессиональной работе. То есть прохладно, с уважением, а не с эрекцией. Можно ли заниматься с протрузией тяжело? Что значит тяжело? Надо понимать, как... А где протрузия, какие вы делаете упражнения и что дальше? Как похудеть в икрах? Степ. Степ делать на носочках, то есть вы ходите конкретно на носках. Выберу 4G интернет, постараюсь. Мобиль на самом деле у меня просто заканчивается. Саня, привет от Гоши. Гоша! Славик Кригер с этого Хондроон. Ну, наверное, у них там проблем побольше с суставами, чем у нас. Как часто женщины тренируют вверх, как к низ? Практически каждую тренировку, просто вверх вы делаете 15-20% времени, а низ вы делаете 80%. Ну что, повторяем? А? Да, также на 15.
Тайские каникулы 3 намечаются. Ребят, тайские каникулы 2 тоже очень намечались. Потом случился кризис, они были под большим вопросом. Диме сам об этом говорил. Ну а сейчас пока намечается, дальше будет видно, что у нас происходит. В зале тепло? Да. Комфортно и аккуратно. Повтор. Так, ну и все. Выдерживаем и работаем. Спинку держим. Отлично. Если короткий бицепс руки можно как-то растянуть? Нет. Связки и крепления, они уже стандартные, стабильные. Стоит ли парню качать ягодицы? Ну, вообще, любому человеку стоит качать все мышцы. Сколько стоит шорты, вся информация в группе. Так. Нет, я не увлекаюсь компьютерными играми, я даже не успеваю это делать. Да, если бы успевал бы, есть на самом деле реальная жизнь. Часто тренировки в прямом эфире? Да. Так страна быстрее просыпается. Хороший вид. Молодцом. Какой вес? Пустой гриф, 20 килограмм. Что нужно хавать, чтобы не худонуть? Стоит, как правило, обычно другой вопрос. Что нужно хавать, чтобы не набрать? Вот. С температурой можно ли идти в зал? Можно, если температура небольшая, но, скорее всего, это будет аэробика. Так а нам и не нужно тяжело? Аня готовится на бикини, а не на норматив кандидата мастера спорта по тяжелой атлетике. И это тоже верно, ребят. Но мы же здесь решаем еще целую группу вопросов. У нас везде хорошо горит жирок, но у нас верхняя часть спинки построено так, что там есть, где жирок, как, собственно, и на поясничке. Поэтому мы стараемся сейчас подключить все и разнообразить, чтобы нас сильно не разносило сверху, но при этом жирок уходил со спины. При этом, чтобы попа у нас оставалась такая же хорошая. Так что вот. Так, тут не на русском пишут, я не очень понимаю. Привет. Ну что, народ потихонечку подтянулся. Все посмотрели. Салют с Питера. А сколько подходов по сколько? На самом деле у нас практически меньше 15-20 повторений не бывает ничего. Талию уменьшить, смотрите, это уже было видео в перископе. После этого оно теперь на лайв-канале. Много ли я тренирую людей? Да, достаточно много. Можно ли тренировать каждую группу день? Можно ли тренировать каждый день, но разные группы мышц? Конечно, можно. Так, тут пришли, видно, незнакомые люди, которые зашли в перископ рядышком, да? Вы задаете мне вопрос прямо как задавал его Шварценеггер хищнику, да? Практикую ли удаленные тренировки? Да, вся информация в группе Евгения Хайтовича, смотрите. Стоит ли делать упор на левую? Нет, так уже и будет. Мы асимметричные. У меня тоже левая рука, как и левая нога, как и левая часть, вся гораздо сильнее. Как уменьшить талию в объеме? Было уже видео в перископе, и оно теперь на лайв-канале. Называется «Вакуум» или «Как уменьшить талию». Привет Казахстану. Ну что, все. Будем с вами прощаться. Увидимся теперь уже либо вечером, либо завтра. Все, пока.